Сегодня в Бухаре стартует первый международный форум по зеоратуризму. Цель мероприятия – расширение сотрудничества в сфере привлечения прямых инвестиций в данное направление. Признание Узбекистана в качестве одного из крупнейших центров паломнического туризма в мире. В форуме примут участие отечественные и зарубежные ученые, теологи, эксперты и специалисты в сфере зеоратуризма. В эти минуты наша съемочная группа находится в Бухаре. С нами на связи Гузаль Файзиева и Азиз Катаев. Коллеги, вам слово. Спасибо, Мадина. Да, в эти минуты мы находимся на железнодорожном вокзале Бухары, и буквально с минуты на минуту ожидается приезд около 130 зарубежных гостей из разных стран мира, которые прибудут для участия в первом международном форуме по паломническому туризму. В числе международных участников представители авторитетных международных организаций, научно-академических кругов и туристических компаний. Также следует отметить, что это мероприятие помимо нас освещают и наши иностранные коллеги, а именно представители более 20 зарубежных СМИ. Отметим, что и место проведения форума выбрано отнюдь не случайно, ведь древняя легендарная Бухара славится на весь мир своими историческими памятниками, местами поклонения, такими, например, как мемориальный комплекс Бахаудина Накшбанди Аль-Бухари. Чтобы их увидеть, приезжают гости со всего мира. И как раз сегодня в рамках форума будет организована экскурсия, когда все участники смогут ознакомиться с достопримечательностями Бухары. Также сегодня запланировано и проведение пресс-конференции для представителей местных и зарубежных СМИ. А о процессе подготовки к этому масштабному форуму расскажет мой коллега. Рахмат, Гузаль. Хакикаттан хам, айнан биз айни вақтда Бухоро марказий вокзалда турибмиз. Яна бир неча дақиқалардан сонг Афросиёб тез юрар поезди ушбу вокзалга кириб келади ва ушбу вокзалда, яъни ушбу форумда ishtirok istagida bo'lgan navbatdagi ishtirokchilarning guruhi yetib kelishadi. Dastlabki guruh kelib mehmonxonalarga joylashtirildi. Umuman oladigan bo'lsak, Bukhara ushbu xalqaro forumga katta tayyorgarlik ko'rdi. Umuman Бухаро шаҳридаги ёшлар маркази ҳам айнан форумни ўтказиш учун шай ҳолатга келтирилди. Айтиб ўтганимиздек, айнан ушбу ёшлар марказида Бухаро вилояти ҳудудларининг туристик салоҳиятидан сўзлавчи махсус кўргазма ҳам ташкил этилган бўлиб, айнан ушбу кўргазмалар орқали иштирокчилар hududlarning turistik va sayyohlik salohiyati bilan yaqindan tanishish imkoniga ega bo'lishadi. Umuman oladigan bo'lsak, bundan tashqari sherigim aytib o'tganidek B2B formatidagi uchrashuvlar ham bo'lib o'tadi. Sababi aynan ushbu ziyorat turizmi birinchi xalqaro forumda nafaqat islomshunos olimlar, professorlar yoki bo'lmasam ommaviy axborot vositalari vakillari, balki investorlar, turfirma vakillari ham ishtirok etmoqda va aynan ular uchrashuvlar davomida O'zbekistonning ziyorat turizmi yo'nalishi bo'yicha o'tgan yillarda amalga oshirgan ishlarini ko'rib chiqishadi va bu borada o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish bo'yicha shartnomalar ham imzolash imkoniga ega bo'lishadi. Bundan tashqari, nufuzli xalqaro tashkilot ishtirokchilaridan iborat delegatsiya bilan mahalliy hamda xorijiy ommaviy axborot vositalari uchun matbuot anjumani ham bo'lib o'tadi. Ayni vaqtda biz, yana ta'kidlab o'taman, Buxoro vokzalida aynan ishtirokchilarning navbatdagi guruhini kutib turibmiz. Yana bir necha daqiqalardan so'ng biz ularni kutib olamiz. Bu haqda esa biz keyingi dasturlarimizda batafsil ma'lumot beramiz. Albatta, ular ham dastlab Buxorodagi muqaddas ziyoratgoh bo'lgan Bahouddin Naqshbandiy qadamjosini ziyorat qilishdan boshlaydi. Studiya. Спасибо, Гузаль, спасибо, Азиз. Будем с вами на связи в течение дня. О подробностях форума мы будем информировать вас в наших следующих информационных выпусках.